Дорогие друзья, с вами снова Ксения Сотникова. Сегодня мы решили взять интервью у Анны Анатольевны Романовской, нашего педагога и официального представителя в социальных сетях. Вот Анна уже несколько недель подряд ведет нашу страничку ВКонтакте, и, в общем-то, сегодня мы решили с ней пообщаться живьем, да, так сказать, увидеть человека, глаза посмотреть. В глаза посмотреть, да, друзья, можно сегодня ей посмотреть в глаза. Итак, Анна, вот у меня будет к вам три вопроса. Видео у нас небольшое будет, тут три вопросика. Первый вопросик: почему вы выбрали профессию преподавателя иностранного языка? Вообще, любовь именно к этому языку пошла у меня еще с детского сада. За это отдельное спасибо учителю моему первому самому, Елене Владимировне. Вот. Ну, а дальше больше, то есть все равно желание учиться чему-то новому, желание общаться с другими людьми. Ну и как оказалось, для этого надо знать английский язык. Ну вот. И пошло все так потихонечку. Спасибо, Анна. Вот она у нас работает в нашем центре совершенно недавно, если я не ошибаюсь, с Нового года, с декабря, по-моему, месяца. Или с января. С января месяца. Так вот активно работает. И вот хотелось бы узнать, Анна, как вам работается у нас, как вам коллектив, как вам вообще все? Работается очень даже хорошо. И для этого есть свои причины. Для меня причина такая, как бы, ну, скажем так, веская, то есть удобный график, возможность совмещать с моей основной работой. Дальше у нас хоть и маленький, но при этом очень дружный коллектив, где мы друг другу всегда оказываем помощь моральную, иногда физическую даже. Да, методическую. Методическую, да. Понятно. И еще вот что меня привлекает очень, здесь есть возможность личностного роста. То есть у нас проводятся постоянно тренинги, семинары. Вот, так что если у наших коллег, учителей английского языка, есть желание работать дальше, расти, развиваться, я думаю, что можно попробовать поработать в нашей студии. И последний вопросик, Анна, вот хотелось бы узнать, вы преподаете в языковом центре LingvaLife. Скажите, пожалуйста, вот что вы порекомендуете родителям, почему вот родители должны записать в наш центр детей, вот как вам видится, какие основные преимущества? Преимущества вообще огромные просто, на самом деле, особенно выигрышно, которое смотрится на фоне ситуации в наших школах, что, то есть, учителей английского языка, к сожалению, катастрофически у нас не хватает. То есть у нас каждому ученику индивидуальный подход. У нас группочки маленькие, максимум 5 человек, 5-7 человек. Больше у нас нет. При этом на каждом занятии стараемся, ищем что-то новенькое, новые методы работы, новые формы. И мы всегда шагаем в ногу со временем. То есть на наших уроках есть самые современные виды деятельности. Вот так. Так что, уважаемые родители, всегда, всегда рады вам, всегда рады вашим детям. Приводите к нам ваших детей и приходите сами. Анна, большое вам спасибо за очень позитивное интервью. Мы будем надеяться, что, значит, мы с вами не расстанемся, потому что, в общем-то, вы нам очень нравитесь даже и как преподаватель, и как, особенно, да, представитель в социальных сетях. Я, в общем-то, друзья, с нами была Анна Анатольевна, Ксения Сотникова, интервью с преподавателем. Если вам понравилась такая форма общения с нашими педагогами, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всего доброго, bye-bye. До новых встреч!